Хорошо. Конечно. Всякие есть. Ну, давай бумагу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Мы тут на диване сидим, посидеть. Чтобы не свернули. Я боюсь, что свалится. Ну, что мы свалится? Ну, давай тогда отделись пакеты, обрежем их и поставим. Зачем? Пусть вот так стоят. Дело смотри. Что ты там? А, будешь читать? Ну, хочу. Класс. Я говорю, вот, как ты видишь, что ты нет, я на люстру не смотрю. Чистая люстра. Я же электрик, ты что, я сразу на люстры. Сколько лампочек горит, сколько не горит, все посчитал сразу. Мне лампочки еще не светят. Надежда, как запушка уже. Одни прилочницы, красивые. Ленкина срезановая тюль мне нравилась. По 300 еще ниточки вот эти висят полностью. Она так колышется. Вот такая. Чё моя? Сейчас колбаску. Катерина, да. Вот наш платок тут лежит. Идите на шипы. Так, ну мы сегодня будем... Ой, а бутылка. Мы ее сейчас вот это, Максиму положим вон туда, скошим. Да, пришла к этой сестре на день рождения. Ну, а вообще там вот есть еще колбаски дать? Лучше сюда садись тогда. Колбаски. Это Лена сделала красиво. Ты же видишь, колбаски дорогие. Еще 45 раз я ее еще вот так вот пониже. Надо ножки обматывать бинтом. Какие ножки? Зачем? А, я думала, мои. Что же бинтом? Мои меня заразили, все сели, все заколбовки болят. Да, чтобы затяжек не было. У тебя на день рождения, не конючь мне, чтобы на тебя внимания никто не обращал. Вот сейчас Вова тебе нальет компот вкусный. Сейчас Ира сказала, поздравляю, ты сходишь за Ванькой. Ей надо. Все, давайте, давайте. Ну, а еще ничего делать. Холодное. Все, берем. Дорогая Аленушка, от души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю быть загадочной, желанной, самой нежной и долгожданной, самой любимой и самой красивой, самой-самой на свете счастливой. Жизни долгой и счастливой, быть всегда везде красивой, на работе лишь успеха, дома радости и смеха, чтобы ласка сердце грела и ничто бы не болело. Все невзгоды забывались, а мечты бы все сбывались. Мама. Спасибо большое. Не достану. Да. Подойду. Прыгай. Ползи, ползи. Тихо, давай. Сейчас кто-нибудь придет еще. Она же. Все. Да. Ну, фига, я специально не знаю. Но зачем оно? Теплое, оно было. Нет, нормально. Блин, есть какая-нибудь бумажка? Или рисковать? Ты что? Рисовать. Облом ей нужен. Художник. Да? Со склерозом, короче. Ну, давай. Линчик. Я, правда, без открытки. Ну, по шпаргалке. Ничего, да, по шпаргалке. Так, Леночка, поздравляю тебя с прекрасной датой, с прекрасным возрастом. Вот пусть с этого дня вся твоя жизнь пойдет только по возрастающей линии. Пусть в твоей жизни только будут хорошие, положительные перемены с сегодняшнего дня. Вот они начинаются. Вот они начинаются. Пусть с этим возрастом, с сегодняшнего дня, тебе придет настоящее женское счастье, которого так нам не хватает. Здоровья тебе, успехов тебе в службе, терпения ко всему, к детям, к себе, к самой, вообще ко всему. Любви и, конечно, крепкого семейного счастья. Ура! Ура! Замечательно! Ура! Давайте. Да, мне же меня красиво. Опа! Аленка? Аленка? Ой, давай. Да. Оп. Оля. Владимир, что ты? Люстру снимаешь. Щепотки достаточно. Нет. Я взяла потом вот это вот перчина висит горькая, половинку оторвала и туда положила. Сейчас как хватит рот, достает везде. Очень хороший. Возьми у меня перец. Ну, надо взять. Вот чуть-чуть положить. Надо морковку доедать. Морковки там еще полмешка. Хорошо. Салаты делать. Только не надо ни колготки. Не-не-не, бабушка. Ладно, сделали. Иди, мой хороший, иди, бабушке ничего. Бабушка заработает на колготке, иди. Дело-то куда, на колготке? Ничего, хорошенький, нельзя на колготке. Хоть хорошенький мой. Филечка моя. Ой, Филечка. Какой умадный кот. Да. Ничего не поймет, народ. Хватит.
А что за сбури сейчас? Хороший котик? А где Максимочка? Зови Максимочку. Люся, Куся. Еще что? Так, а Сережа что будет пить? Ну, шампанское еще есть. Что тебе положить? Особое. Вот это, да. Давайте под горячее. Лиза, только там ничего не переворошит. Картошки положи. Голубец положить. Положить? Он пропустит. Нет, Сережа. Да не, мне не надо. Что не надо? Давайте под горячее. Сейчас под горячее. Поднимайте. Давайте. Кто говорит? Тусят соседи. Правильно, тусят соседи. Давай. Не, вон Дима пришел искать. Дима самый последний пришел, за ним последний тост будет. Ты что, шо строй какие? Давайте. Давайте. Нормально. Да. Но это его дело, он может залпом выпить, может на весь вечер разделить. Это его желание. Кто на что способен? Да догоню вас. Ну и все, здоровенькая, кухонькая. Чтоб всегда была красивая. Нет, кухонькой надо. Я хочу только стихать. Не надо. Ну немножко поправиться. Ну давайте. Ой, какие шарики. Всего тебе красиво. Сама. Ну давайте. Вот такие мячики. Филечка, миленький мой. Куда ты, на парашюте что ли собрался? Филя. Как я выключил камеру, она сказала. Отделалась. Молодец, твою мать. Все разом разрешилось. Ой, что творится. Давай, Сережа. Вот. Подлин. Что это не фидона? Почему? Это фидона. Можно ложкой? Лена, ложись. Не, Дима, хлебом вымакай. Ну зачем ты, да, как поросенку мешаешь? Я и говорю, что... Пусть он выхлебает вот это все. Лена, что ли? Нет, он просит? Не, вот конфеты. А какую конфеты? Это тоже сама. Не, нормально, все, переживай. Лен, еще вино доставай. А где она у нас? А вон там. Миша. А мне вот этого налейте. Выкатывай бутылочек. Красивый бутылочек. Главное, такие раз, такой разлив. Спецзаказ. Так, компота тоже печем? Гёня, иди-ка сюда, Гёня. Это мимику лица не меняй только перед камерой. Без порезов, без порывов. Да. Так, у меня через месяц день рождения, ну, нужно будет во что-то упаковать. Чтобы не тратить деньги на упаковку. Лена, открой дверь. Сейчас. Лена занята более интересным делом. Ну я бы себе такую маску, я очень хочу такое. Я заказала. У меня просто денег, у меня никогда я не выделяю на это. Лиза, пошли, моя девочка. Пошли гулять. Значит, там все, набор для ванной комнаты. Значит, я понимаю, девочки, что ты себе этого не купишь. Это новый продукт, поступивший в наши магазины. Слушай, это пенка для ванны. Это все наша советская. Да, наша советская, там аннотация, значит, все на травах. Это ромашка, значит, пенка, ромашка, соль для ванны. Ну что, иди сходи, и у тебя тело размягчается. Соль, и молодец, с каждой минутой. Запах сладкий. Да. И там еще и шампунь, и ополаски. Ну а тут ополаски, почему молчишь? Мы выбирали полчаса. Нам женщина всех, короче, вот так вот отважила всех про этих покупателей. Мы так, да, там все рот открыли, да. Стоят и смотрят. И все на них. Не надо. Yeah.
Не видно.